Эксцентриссимо. Автопроизводители любят удивлять и шокировать. И часто вложенные деньги и воплощенная фантазия быстренько отправляются в утиль под пресс. Именно так обычно поступают с экспериментальными моделями, которые создаются только ради пары выставок и никогда не попадают на дорогу. Точно так же произошло с легендарной моделью Pontiac Club Demer. Она напоминала самолет. У водителя и пассажира были отдельные лобовые стекла, а высота кары не дотягивала до метра. Это было размышление дизайнеров 56 года о будущем автомобилестроения. Через два года машину превратили в груду металла, но дизайнеру Харли Эрлу было жаль своего футуристического детища, поэтому появилась самая дорогая на данный момент детская машинка. Это уменьшенная копия Пантиака с педалями для внуков дизайнера. Потом появился и такой же маленький электромобиль. После Эрла он сменил несколько владельцев и в 2015 году оказался на аукционе. За него выложили 34 тысячи долларов, но не эта цена делает модель Эрла самой дорогой. Есть еще одна реплика автомобиля, за нее небедные автофанаты заплатили 110 тысяч долларов. Не детская получилась машинка. Эксцентриссимо.